Кавказский бурый медведь спокойно прогуливался неподалеку от туристической тропы. Сначала он с любопытством обнюхал камеру, которая была приделана к дереву, затем посидел в луже и ушел по своим медвежьим делам. Автор видео признался, что фотоохотой увлекается полгода, и это его первая крупная удача. До этого удавалось снять только кабанов и лисиц. Круглый год там катаемся и гуляем, и с семьей там гуляли как бы по лесу. Вот. А когда ты понимаешь, ну, что тут уже как бы совсем рядом от цивилизации, Мишаня такой лазит, прям не маленький, то, конечно, как-то уже стало тревожно. Кавказский бурый медведь занесен в Красную книгу. Популяция составляет всего около 350 особей.